Asking. Где находится почта? Идите прямо, а потом поверните налево. Он хочет информацию. Он спросил ее, где находится почта. Когда будет наша контрольная работа? Извини, не знаю. Он хочет информацию. Он спросил ее, когда будет контрольная работа. Пиши бабушке письма, пожалуйста. Конечно, бабушка. Она хочет, чтобы он что-то делал. У нее просьба. Она попросила, чтобы он писал ей письма. Поиграй со мной. Давай поиграем. Она хочет, чтобы он что-то делал. У нее просьба. Она попросила его поиграть. Сколько стоит хлеб? Дорого, 50 рублей. Он хочет информацию. Он спросил, сколько стоит хлеб. Когда мы хотим информацию, у нас вот такие глаголы. Спрашивать. Спрашивать глагол похож на читать. Или спросить. Спрошу, спросишь, спросит, спросим, спросите, спросят. Спрашивать, спросить кого или у кого. Он спросил ее. Кого? Когда у нас просьба, когда мы хотим, чтобы кто-то что-то делал, у нас глаголы просить, попросить. Они похожи на глагол спросить. Еще кого и у кого. Она попросила его. So when we use the verb in English, ask, we mean two different things. When we're asking for information, we use спрашивать or спросить. When we want someone to do something, when we have a request, просьба, we use просить, попросить. They use the same grammar, they take either accusative or у plus genitive. And просить, попросить follow the same exact conjugation pattern as спросить.